Ну, знаете, вот это, наверное, уникальность этого вечера в том, что сегодня, то, что было сегодня рождено под впечатлением от этих картин, икон, все это звучало вживую. И вот этот как бы процесс рождения музыки, мы же его не видим. Когда композитор сочиняет, мы обычно как бы это всегда за скобками. Мы видим вычищенный вариант, который уже положен на ноты, разложен и показан где-то, прослушан несколькими профессионалами. А сейчас мы просто присутствовали на рождении какого-то нового произведения, которое как бы было создано под впечатлением от вот этих работ, от России, от этого зала. Следующий концерт будет совершенно другой. Будут другие картины, будет другой зал, будут другие люди и будет другая музыка. И это уже не повторится никогда.